после питерских колоколен, Владимирского собора и звонницы Смольного собора. Я доехал до Кижей, поднимаюсь на колокольню, где смотровая площадочка. Сейчас посмотрим, какой вид отсюда откроется. Немножко запыхался, потому что времени остается менее получаса. У меня хочется увидеть все. Это потрясающе. Да. Особенно если вы с детства сюда мечтали попасть, то увидеть это вживую — это просто сказка. Господи, это великолепно. Здесь зелеными веревочками обозначена зона, за которой нельзя заходить. Колокола, естественно, дергать тоже нельзя. Но я не собирался, все-таки мне не 5 лет.